Короче, вечереет. Работаю. Самый передний край нашей полосы наступления. Вот этот дом один, подъезд наш, ближний к нам, второй. Неизвестно, пустой или не наш. Работаем следующим образом. Вот у нас тепловизионная гляделка Venox Oco. На самые обычные треноги. Запитана от пауэрбанка. Вот провод от банка. Вот. Все, короче, мы ее чуть-чуть наклонили вниз при помощи досочки. Двигаем это все вперед. Она у нас смотрит в окно. И потихоньку справа налево мы открываем сектор. Первый труп у нас вот в этом окне. Вот. Окно на три секции. 200 метров ровно. РПК, магазина 60 патронов, тепловизор. Venox Patriot. Второй труп левее. Высовываться туда не буду, в тот сектор могут появиться новые желающие. То есть, прям вот самый передний край. До противника 200 метров. Двое уже есть сегодня. Сейчас ночью, думаю, появится еще. Пополним счет. То есть, вот у нас планшетка. На планшетку передается все, что видит камера. И мы, соответственно, метр за метром открываем свой сектор и все видим. Ну и работаем. Пятерка. 200 метров нормально. Короткими очередями. Такой вот снайпинг.